Какие первые впечатления у вас про этот турнир? Очень высокий уровень команды соперников. Мы видим, что немножко нам не хватает техники и скорости. Этот турнир много дает игрокам. Я думаю, очень полезно для молодых спортсменов. This tournament, I think it's a AAA level. So we got have to make a more improvement when we come back home. Сергей, Андрей. И какой команд вы поддерживаете? Решилка! Надеемся, что он у нас для нас пройдет в таком же ключе, как и вот первый период этой игры. Да, по инфраструктуре все хорошо, настроение хорошее, настрой боевой. Сделала пятое место. Какие ощущения, как оцениваешь выступление своей команды? Очень хорошая игра, особенно это. Мы с ними уже играли, 1-3 проиграли первую игру. Это очень хорошая команда, быстрая. На ошибках, как вы посмотрели после первой игры, достойно сыграли все. Очень быстрая, хорошая команда. Лига только что победила, стала чемпионами Рига Кап U11 группе. Как ты оцениваешь выступление своей команды в этом матче и в турнире в целом? В турнире эта команда на начале играла очень плохо, потому что у нас нет тренировка. В финале мы играли очень хорошо. Очень быстро, наши нападающие были
очень хорошо играли.